Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. У нас в игре появился вот этот замечательный ивент. Тут офигенный мужской костюмчик, это просто песня, вы посмотрите на эту сказочку. Черно-белая причесочка, довольно-таки неплохая черно-красная масочка. Да, конечно, меня вот эта красная повязка на глазу не впечатляет, но она довольно-таки интересная. Прикольная черно-белая курточка, но тут есть красный элемент, который ее можно разбавить, к примеру, черно-красной кепочкой, либо красной причесочкой, а все остальное в сете заделайте черно-белое. Дальше, прикольные штанишки также с красными элементами, обувь, как всегда, очень не очень. Женский костюмчик, шикарный, великолепный, юбочка прикольная, если бы еще вот эти носочки не просвет... ну... Если бы носочек и не было, возможно, было бы лучше. Хотя, вот тоже черно-белую обувь, кроссовочки женские, это все будет смотреться интересно. Прикольный торс, прикольная юбочка, обувь. Не знаю, понравилось или нет, напишите в комментариях. М-ка, на точность и скорость, ну, на точность, но скорострельности бы сюда было бы лучше. Кинетика, кстати, на бронебойности дальность, тоже неплохо. И стеночка вот такая с кошечкой интересная, вот. На все это нужно 400, 150, 100, 600, 700, 10 жетонов. Погнали выбивать. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали. Сразу же хочу сказать, что именно в этом видео мы с этими наборами собирать не будем. Но если вы хотите, чтобы я выпустил отдельное видео, где собираю сеты с этими костюмчиками, то пишите об этом в комментариях. По стандарту мы сначала выбиваем все нужные жетоны, сейчас это 710 жетончиков, а дальше уже пойдем просто обменивать это все. Также я очень буду сильно рад, если вот отсюда две позиции, если выпадут, то великолепно. Даже если выпадет там М-ка и стенка, хорошо. Потому что М-ка и стенка это 210 жетонов. Но если выпадет, к примеру, набор и скинчик на оружие, это будет вообще сказка. Кстати, в предыдущем таком же ивенте, когда я просто куда-то в молоко на какие-то расходники, либо же жетончики спустил несколько вот этих обменников, мне в комментарии писали, что зря ты это сделал. Я это понял, уяснил. Спасибо вам большое, что вы меня этому научили. Давайте, по стандарту мы не пропускаем, будет очень круто, если выпадут наборы, это, а также там есть 100 жетонов, вот тут вот они, вы видите, да? Короче, сейчас, где, покажите, вот, 100 жетонов, интересно? Интересно. Так, это все мы возвращаем, пока что 2 прокрута падают исключительно жетоны, за 2 прокрута 40... жетончиков. Ну, по сути, не 40, а 37, потому что 3 жетона у меня уже было. Напоминаю, нужно 710 жетонов, что довольно-таки много. Пока падают исключительно жетоны, ничего интересного не падает. Будет очень круто. Я прям буду очень сильно рад и доволен, но если выпадут оружки, наборы, либо же сатеночка. Опа! Я пропустил что-то? М-ка выпала, отлично. Супер! А, она самый первый выпал, я даже не увидел. Получается, 100 жетонов мы уже сэкономили. Она, по-моему, 150 была, нет? Она 150 была. Она 150 была, да. 150 жетонов мы сэкономили. Получается, нужно 560 жетонов. Отлично! Отлично! Замечательно, я рад. Я рад, уже хорошо. Но если выпадет еще что-то, будет великолепно. Как я, кстати, и говорил, я думаю, что за все прокруты должно выпасть минимум 2 предмета. То есть это будут либо наборы, либо скины на оружие. Будет прям вообще шикарно. Давай. Нет, ну, эмочка выпала уже хорошо. В принципе, нет, 500 жетонов это дохрена. Это еще 400 выбивать. Даже больше, 470. Остается сколько? Мне нужно 460. У меня 120. Это 338 жетонов. Не так уж и много. Но, блин, по алмазам, мне кажется, 1010 у меня останется, если честно. Если не... Вот может повезти, офигеть как.
Если выпадет два набора, тогда повезет. Тогда повезет прям либо хотя бы один. Вот один наборчик нужен, чтобы упал, и будет прям сказка. Ну, М-ка мне сэкономила 150 жетонов, 150 жетонов. Мы выбили только сейчас, потратили где-то 2400. То есть М-ка одним своим выпаданием экономит 2400 алмазов. Ну, не 2400, 2500. Я думаю, у меня было 16 с чем-то. Так, падают жетончики. Ну, вот по одному, когда они падают, это грустно. Ну, что это такое? Ну, давайте там наборы, что-нибудь еще. Ну, это... О, я опять что-то пропустил? Стенка, отлично. Еще 60 жетонов. А почему я не видел, что она падает? Я же специально насижу и наблюдаю. Так, мне остается 500 жетонов, да? 500. Мне еще нужно 315. Погнали. Нет, ну все. Я думаю, что мы прям в 10 тысяч уложимся. Больше 10 тысяч алмазов останется. Я на это очень сильно надеюсь. Очень-очень-очень сильно. Так, опять же падают исключительно жетоны. Давайте, пожалуйста, по-братски. Но почему-то я думаю, что... Вот, кстати, помните, в начале видео я сказал, что будет круто, если выпадет М-ка и стенка. И типа, это 210 жетонов и все такое. И именно М-ка и стенка выпала. Это как так вообще? Набор, давай, хочу... Нет, сейчас ничего не выпадет. Я отвечаю, сейчас мы все это будем крутить, и будут падать все только жетоны. Я в начале видео себе чуть-чуть испортил удачу, карму и энергетику. Нет, ну карма у меня вроде бы хорошая, но, блин, как я и сказал, М-ка и стенка, и именно они и выпали. Там не кинетика и стенка, не кинетика и М-ка, а именно М-ка и стенка. Как белка и стрелка, блин. В натуре ямка и стенка, я в шоке. Ну пока только жетоны. И жетоны прям 1-1-1. 1-1-1. Ну вот что это такое? Что это такое? Давайте скипнем. Окей. Еще раз. О! Чш! Да! Сюда! Красота! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чёшка еще такая... А, это скунс или что это такое? Короче, какое-то животное на плече. Я доволен! Все. А, все. Это последний прокрут. Падают жетончики и все. 300 жетонов у нас есть. Скипаем. Все. Еще там насыпало хорошо. 16 жетончиков оставляем. Получается, у меня было... Ну, допустим, у меня остается 12. У меня было 16400, по-моему. Короче, 4500 алмазов ушло на 2 набора. 2 скина на оружие и на одну сатеночку. Как по мне, это шикарно. Так, девочку забираем. Девочку не открываем. Кинетику забираем. И сейчас у нас будет распаковка. Так, это все остается. Все лутбоксы я вроде бы просмотрел, они не нужны. Все, отлично, отлично. Набор выпал, М-ка выпала, все замечательно. Я рад, я доволен, я очень-очень-очень доволен. Открываем. Распаковку делаем. Так, ну окей, хорошо. Давайте прям пару сетиков соберем. Ну блин, ну вы посмотрите, какой это крас. Ну, он как будто бы под Dead Inside одета, но мне заходит стиль именно куртки и штанов. Давайте теперь я покажу вам то, о чем я говорил. Именно за черно-белые штанишки. Черно-белый сетик с красной прической, либо черно-красной кепочкой. Вот я только его хочу собрать. Сюда нужны красивые черно-белые штанишки. Я хочу посмотреть, как одни штанишки смотрятся. Потому что пихать, ну, были бы они зауженные, было бы лучше. Потому что пихать абсолютно все штаны и делать вот это на видосы именно сейчас я не хочу. А вот эти я хотел смотреть. В принципе, неплохо. Также же есть красные элементики. И также у нас где-то есть очень крутые черно-красные штанишки. Ну-ка. Они, по-моему, где-то вот тут вот даже.
Нет, 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 нет. Дэншо мимо, самурайский стиль мимо. Так, черный, они или здесь? Это тоже набор недавно выходил. Вот они. Да. Красиво. Вот эти успокоились. Вдох-выдох. Так, для начала посмотрим вот эту. Что за грим? Уф. Я не могу. И это сет, это не набор, это смотрится фул костюмом. Да, кроссы можно подобрать поидеальней. Например, можно взять черно-красные. Где они? Ну, сейчас я посмотрю, конечно, но это один и тот же костюмчик, но да ладно, вот. Нет, сюда белые кроссы нужны. Можно даже вот эти... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, вам, может быть, не заходят кроссы со второго пропуска, но это чудо. Но сюда нужны прям вот такие массивные белые кроссы. Теперь, о чем я также говорил, вот, когда вы собираете там черно-белый сетик, у вас есть вот этот красный элемент, сюда вы пихаете красную прическу, даже вот эти кроссы пихать не стоит. В принципе, все смотрится красиво и интересно, но с белыми кроссами отдельно это смотрится великолепно. Также давайте долистаем до кепки паркурщика, которая черно-красненькая. Мы оттуда, ну, мы с этого набора вытащим кепочку. И это тоже будет песня. Это такое чудо, я не могу. Так, у нас есть... Ну, блин. На любителя, кстати. Но это все такой, как будто бы один стиль, именно прическа и торс, они как будто бы сделаны в одном стиле и смотрятся прикольно. А кепочка нужна вот эта, вот она. Как я и говорил, небольшой красный элемент здесь, небольшой красный элемент здесь. И как будто бы даже на обуви не хочется, чтобы было что-то красненькое. Давайте посмотрим вот эти черно-красные кроссы. Ну да, у нас прямо нужны бело-красные кроссы. Давайте до джазовых долистаем, и это последнее, что мы посмотрим. Так, джазовые красачи у нас где? Они прям вот... А, стопэ! У нас же тут есть где-то... Во! Во-во-во! Нет, ну сюда помассивнее штанишки нужны. У нас есть прикольно... Можно даже вот эти сюда подумать. Вот эти как будто бы даже круто сюда подходят. Во, вот так вот и оставим. Вот все, обалдеж. Мне зашло. Не знаю, как вам, но набор вообще песня. Опять же, я бы... Вот сегодня я, наверное, вот в таком вот сете буду играть. Это просто нечто. Это просто красота. Вообще. В общем, ивент офигенный. Мне все понравилось. Я думаю, вы тоже это все будете забирать. Тихо. Вот эту кепочку сюда. Но, хотя... А если для чисто белые кроссы? Вот так вот тоже играбельно, кстати. Кстати, да, потому что красное я небольшое на рукаве, на штанишках. Можно и кроссы оставить, в принципе, норм. Но с кроссовочками уже хочется вот эту причесочку. Все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.